Работа в большой компании с младших позиций, она помогает довольно сильно процессуальному, про спор мы еще поговорим, профессиональному росту, поскольку такого вот свежеприбывшего работника начинают накачивать теми самыми профстандартами. То есть его начинают, его учат работать так, как на одном уровне со всеми, кто работает в этой компании. Ну, появляется какая-то многозадачность, наверное, еще за счет того, что много всяких это верно. В большой фирме именно. Это верно. Очень распределенный опыт, очень разный опыт, потому что у компании действительно было огромное количество клиентов, как российских, так и по большей части международных. И задачи были очень разноплановые. Вот. Младшему сотруднику приходится делать все, что ему поручают, и это выковывает на самом деле его.